Всем привет! 26 июня на турецком телевидении состоится премьера 130 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Ранее мы увидели. Борана озадачивает то, как выглядит Дилан. Он опасается, что девушка плохо себя чувствует. Боран трогает рукой лоб Дилан, чтобы убедиться, что у нее отсутствует жар. Либо напротив, убедиться, что его подозрения не беспочвенны. Дилан предпочитает уклониться от разговора, сославшись на необходимость приготовления завтрака. Она злится и на Борана, и на саму себя. Ей сложно определиться с тем, как себя вести в сложившейся ситуации. А потому Дилан предпочитает сбежать, скрыться от взгляда Борана, от его присутствия. Дилан отправляется на кухню. А Боран не может оставить незакрытым этот вопрос, что повис у них в воздухе. Он приходит на кухню и разворачивает Дилан лицом к себе. Причем настроен Боран весьма решительно. Он заявляет Дилан о том, что понимает, почему она не может на него смотреть. За столом, когда собралась семья, Дилан от волнения допускает оплошность. Она испачкала рубашку Борана, а потом стала извиняться перед присутствующими из-за своей неловкости. Вот только близкие люди видят, что Дилан и Боран созданы друг для друга. У обоих имеются схожие черты характера. Они ведут себя так, будто невероятно близки. И, конечно, их чувство, что они питают друг друга, заметны окружающим. Такая пара просто не может развестись, ведь для этого нет оснований. Тем временем возникает ситуация, связанная с наследством. А самое страшное начинается, когда в дом семьи Карабей приходит агрессивно настроенный человек и представляет собой смертельную угрозу для Борана. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забудьте ставить лайки.